любом случае. Так, бонжур, в очередной раз. Это третий подкаст. Третий подкаст. Так, а там не с этой стороны, да, так что можешь не махать. Это мы, значит, во внеочередной школы. Не знаю, номер школы какая-то. Аху знает, в общем, какая-то школа, поэтому выглядит она примерно вот таким вот образом, каким-то непонятным. Это где-то в районе, наверное, улицы Каргопольской. Вот, поле тоже хорошее, даже лучше, чем на прошлом мы были. Здесь она, травка очень такая, скажем, вот такая вот, очень хорошенькая, крошечки уже здесь не видно. Поле тоже сравнительно, наверное, не совсем большое, нежели на котором мы играем, поэтому вот его можно тоже попробовать. Со слов экспертов и обычных зевак поговаривают, что здесь вроде как ни за каким ЛФЛом оно не занято, но нужно смотреть, разбираться. Так что все, всем пока.